Управление грузопассажирских перевозок сегодня – это более 700 водителей, механиков, диспетчеров. В числе лучших – Александр Радьков, ас своего дела, призер корпоративного конкурса профмастерства компании «Металлоинвест» 2019 года. В профессию Александр Александрович пошел по стопам отца. Часто вспоминает, как папа рассказывал о технике, показывал рабочий автобус, учил водить машину. Мне просто это нравится, как бы это мое. Начинал пазики, Урал-Вахта, ну и постепенно-постепенно дошли до Нефаза. В 2017 году получил новый автобус. Следим за техникой обязательно. Ну, во-первых, чистота и порядок должен быть соответственно. Каждое утро влажная уборка в салоне, в кабине. Ну и поехали работать. Только пассажирскими перевозками работа подразделения не ограничивается. Зимой и летом его специалисты следят за безопасностью дорог в карьере. Благодаря им водители большегрузных самосвалов знают, что их машины, обладающие серьезным аппетитом, всегда будут вовремя заправлены, а значит, бесперебойной будет и транспортировка руды. Кроме доставки, мы выполняем потребности, закрываем практически всех цехов комбината. Это в первую очередь, я считаю, основное направление – это обеспечение топливом, все производственные площадки, включая и карьеры рудоуправления, это заправка большегрузных автомобилей, доставка ремонтных бригад на все производственные площадки, ну и, соответственно, немаловажным моментом это обеспечение питьевого режима. Подспорье коллективу в выполнении производственных задач – современная техника. Вся она оборудована так, чтобы горнякам в дороге было комфортно и безопасно. И в первую очередь это заслуга слесарей и механиков. В рамках инвестиционной программы «Металлоинвеста» парк машин подразделения обновляется регулярно. В этом году были получены 4 автобуса малого класса, это 4 ПАЗа. Один автомобиль с изотермическим кузовом, это в основном в цехе питания он используется. Один автомобиль «Скорая помощь» и сервисный центр рудоуправления были приобретены. Сейчас 8 автомобилей УАЗ-пикапов, это в легковом, для того, чтобы, ну, скажем так, своевременно и качественно реагировать и регулировать те ремонтные процессы, которые происходят в карьере рудоуправления. Свой профессиональный праздник трудовой коллектив подразделения, как всегда, встречает в пути или на трудовой вахте. Ведь сейчас самое время основательно подготовиться к зимнему периоду.